Ну что, всех приветствую на канале. Всем здравствуйте, Idle War. И сегодня, смотрите, получается, что конец недели на ивентовый четверг. И, соответственно, посмотрим, что добавили на этой неделе. Разумеется, глянем сам ивент, пройдем его. Ну, решил в последний день записать, потому что необходимые ингредиенты для прохождения собираются в полную неделю. То есть вот выгоднее всего, да и разумней проходить в последний день, особенно под запись. А сейчас мы купим пока что жетоны и объясню для чего. Мы их купим для, собственно, ивента. Вот, пока покупаю, в комментариях можете написать, какой проект еще посмотреть. Сейчас более-менее освободилась по режиму. Можно, так скажем, обозревать что-то новое в любых жанрах. Но только не каких-то фэнтези там или квестов. И стратегий такого, я думаю, не будем уж смотреть. А вот подобные жанры, как вот у нас на канале, можно посмотреть. Ну что, переходим. Собственно, вот сам ивент, рулетка. Для этого мы и покупали. Ну и плюс шепот в гнезде. Я знаю, что многим это нравится. Разгадывать вот эти головоломки и получать награды. Но сначала, опять же, крутанем в колесе. Наверное, начнем с вот этой рулетки. Сделаем тут x30. Посмотрим, что вообще выпадает. И выпадает ли. Нет, за x30 ничего не выпало. Ладно. Добро. Тогда здесь погнали крутить. Ну, здесь, я думаю, сейчас навыпадает нам. По-любому. И пятерка выпадет. Потому что давно не выпадало. Ну и в этом как бы заезде импровизированном должна выпасть. В целом все неплохо идет по развитию. Ресурсы все добыты, необходимые для прокачки. Остается только выбрать пачку, стек героев, который будет у нас до максимума вкачан. Ну, это как бы такое дело тонкое. Надо подбирать, надо смотреть. Не быстрый процесс, опять же. Ну что, где пятерка-то? Пятерка. Не падает. Видимо, знаете, принципиально. Не хочет выпадать. Но я думаю, что мы дожмем ее. Дожмем. Дожмем эту пятерку. На каком-нибудь она там 500-м выпадет вращение. Ну, пятерка такая чисто символичная, но просто сам факт. Чтобы как-то точку поставить в этом деле. Сколько же вот этих вот выпадает артефактов? Это же просто не счесть. Очень много. То есть, если их там продавать, разбирать, улучшать, так это вообще бесчисленное количество можно сделать. Ну что, не выпадаешь, да? Не хочешь? Не хочешь. Ладно. Так, давайте заглянем. Сколько у нас здесь? 14 осталось. Окей. Ну, давайте 20-ку крутанем. И заработаем гарантированно вот этот приз. Вот здесь 15 этих камней. 3 яблока.
Ведьмино яблоко. Ну, 50, конечно же, фрагментов. А я напомню, что на следующем ивенте, который уже стартует, можно сказать, завтра, и когда у нас там будет сборка героев, мы будем открывать вот эти элитные фрагменты. То есть уже, можно сказать, совсем скоро. Совсем-совсем. Торговец гиперпространства, естественно, покупаем пыль. Это прямо точно всегда надо делать. Ну и в сундуках, конечно же, в сундуках прикупим. Почему бы нет? Есть средства на это, возможности. Я думаю, что выгоднее купить вот этот за 3000. За 5 и за 7 надо подумать. Ну, за 7 точно нет, за 5 куплю. За 7 смысла нету там брать. Вот. Ну и погнали, собственно. Все у нас имеется по наградам, да? Вот. X5 мы сделаем. Получим свитки. И все. Ну что, готовы? Готовы, не готовы? Поехали. Будем смотреть сейчас, какие тут цифры выпадают. Ну и еще один. Так, и 9. Ну, я, кстати, не знаю, 9, да? 9, 2, 7, 4. 9, 2, 7, 4. Разгадали. Вот так вот. Это работает. Дальше. Как правило, 4 фрагмента надо открыть. Так, 1. 1, 1. Да ладно. И 2. Ничего себе. Вот это редкость. 1, 1, 1. Вот так комбинация. Погнали. Следующая тема. Так. 9, 7, 1, 7, да? Точно? Правильно, да? 9, 7, 1, 7. Все верно. Следующая комбинашка. Семь. Да ладно, все семерки, что ли? Нифига себе. Джекпот. Два. Вроде бы. Подожди, не, на всякий случай еще. Вдруг тройка. Не, все семерки. Офигенная комбинация семерок. Вообще шик. Ну и давайте последний откроем. Последняя, финальная. 5, 1, 3, 3. 5, 1, 3, 3. Поехали. Вот и все. Вот и все. Разгадали, получили. Ну, такая награда, конечно, слабенькая. Но факт, что в призывах у нас, смотрите, 715. Набрали мы где-то около 55 призывов. Даже, наверное, 60. Я считаю, это неплохо. Ну и финал. Вот это вот. Финальное. Здесь, конечно, хочется фрагменты взять, потому что с клая мы не можем. А фрагменты за 1200 мы можем купить спокойно и получить их. Так что я думаю, что мы сейчас припасем эту тему и купим фрагменты. 50. Ну и 155 здесь. Можно чисто глаза купить вот эти. На будущий ивент можно одну монету. Но я предпочту, наверное, глаза. Как раз они до следующего ивента останутся. И все. И все. И будет нам счастье. Ну что, на этом все. Заканчиваем. Спасибо всем за просмотр. Желаю, естественно, всем
удачи. Ну и пока-пока, совсем скоро увидимся.